Дыши, дыши. Расслабься, не нервничай. Дыши. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! А! Компания. Закрой глаза и расслабься. Глубоко дыши. Закрой глаза и расслабься. Дыши. Проснись, ты чё глаза закрыл? Ты что, в отпуске? Ты идиот, что ли, брат, а? Вот. Я чувствую, что все идет не так. Если что-то пойдет не так, будет очень жаль, понимаешь? Да. На вот. Одень эти гребаные перчатки. Давай, прямо сейчас, по сторонам не смотри, иди прямо в банк. Давай, 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 давай. Быстро зашел, загрузился, ушел. И не забивай ничем голову, понял меня? Где сумка? 10 секунд. Давай, пошел. Алло, трафик? Это ограбление. Давай сюда деньги, мужик. Давай, 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 давай. Ты тупой? Неси деньги сюда, я сказал. Сообщество студии Green Ray ВКонтакте по данной ссылке и осуществи свой заказ. Первым 5 клиентам скидка. Обращаться по данному вопросу к руководителю проекта Евгению Овчаренко. Или пишем в самой группе в теме «Заказать рекламу». Немного отодвинем. Да, вот так. Достаю щипцы, стимулируем запуск. Готов. Есть пульс. Я не устаю на это смотреть. Рискованно, но мы видим, что происходит. У нас есть хороший синусоидный ритм. Пациент стабилен. Продолжаем. Мы будем смотреть на то, как будут зашивать. Иди сюда. Думаю, я скажу спасибо на сегодня. Хорошая работа. Все, увидимся. Привет, Стив. Thank you.
Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ура! Ура! Хорошо, что вы все собрались. Спасибо, поздравляю. Спасибо. Благодарю вас. Хорошая работа. Стин, какой срок? По-моему, тут речь обо мне. Мы спросим тебя потом. Это твоя вина. 7 месяцев. У вас там двойня? На УЗИ видно только одного. А можно нам посмотреть? Да, покажи им. Сейчас посмотрим. Я просто предупреждаю вас. Это мальчик. Анатомический урод. О чем ты говоришь? Огромный пенис. Нет, стой, это не смешно. Это пуповина. Антон, это пенис. Смотри, какая прелесть. У него уже маленький ротик и носик. Это пуповина. Это частичка меня. Это так прекрасно, то, что должно случиться. Я уже немного пьян. Да все в порядке. Когда вы едете во Францию? В пятницу. На Ривьеру. Что? Куда? Вы были в Карибском бассейне? Я надеюсь, что вы. Это на пару дней. Это на целых 2 дня? Все включено, как они и говорят. Поездка на выходные. Дорогой, выключи телефон. Это что, торт? Торт. Привет, Стин. Привет. А Саид дома? Я пытался ему позвонить. Да, у него просто выключен звук. Заходи. Нет, спасибо. Мне просто нужно поговорить с ним. Саид? Да. Иди к гостям, дорогая. Хорошо. Эй, Саид. Один момент. Я пытался позвонить тебе. Ты в порядке? Ты не берешь трубку. Это все неправильно. Помоги мне, я здорово вляпался. Меня ищут. Помоги, прошу тебя. Послушай меня секунду, ладно? Саид, я... Тихо. Ясен. У меня гости. Сейчас вечер пятницы. Мы отмечаем... Я знаю, что у тебя гости, мужик. Не сегодня. Тебе что... Нужны деньги? Я не могу об этом рассказывать. Сколько? 100 тысяч, и я обещаю, что все закончится. Обещаю. Саид, дай мне шанс, я был полным идиотом. Просто дай мне шанс, и я больше не буду просить денег, обещаю. Я прошу тебя. Ясен, я не могу дать тебе столько. Клянусь могилой твоего сына, это последний раз, когда я прошу денег. Мой сын еще не родился, ты это понимаешь? Пожалуйста, дай мне один шанс, Саид. Разве я не твой брат? Разве я не твой брат? Мужик, меня все ищут. Поверь мне, меня ищут. Везде. Прям-таки все. Я в полной заднице, мужик. Саид, это в последний раз. Нажми на кнопку. Я обещаю, это в последний раз, Саид. Зайди в квартиру, я скоро приду. Иди домой, дорогая. Я чувствую, как он шевелится. Это только начало. В горле пересохло. А вы будете? Да, спасибо. Что там? Ну, давайте праздновать. Поздравляю. Поздравляем.
Как приятно, что вы все собрались. Я горжусь тобой. Эй! Ты мне веришь? Он уже не помещается мне в руку. Нет, попробуй двумя. Еще немного. Саид. Мне нужно с вами поговорить. Сейчас? Да, сейчас. Мы пересчитаем перчатки. Да? Мне жаль, Саид. Ваш брат поступил в первую травматологию. Что с ним? Он тяжело ранен. Эй, Саид, не ходите туда. Отойдите, отойдите от меня! Все плохо, Саид. Мы больше ничего не могли сделать. Я с ним поговорю. Хорошо. Иди сюда. Спасибо. Больше ничего нельзя было сделать. Ясен. Ясен, нет. Тебе дать немного больше времени.
все нормально. Я могу. Давайте покончим с этим. Прими его. Нет Бога, кроме Аллаха. Прими его. Нет Бога, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха. И Мухаммед, пророк его. Рай — это его право, ад — это его право. И конец света — это его право. В честь умершего мы читаем вместе «Аль-Фатиха». Пусть Всевышний благословит ваше участие. Турбан. Это моя жена Стайна. Привет, привет, Турбан. Поздравляю. Спасибо. Вы знаете, кто будет? Мальчик. Это хорошо. Помните прошлое. Было приятно вас увидеть. Тебе, наверное, надо пойти в дом своих родителей. Я не могу все это видеть. Не сейчас. Пойду завтра. Я думаю, было бы правильнее обнять мать, поддержать отца. Да? Да, все в порядке. Ладно. Мне пойти с тобой? Ты никуда не пойдешь. Что ты думаешь, что я хочу? Соображай же скорее. Включи мозг. Догадайся. Это мы на летних каникулах. Когда он был маленьким. Чего тебе?
Мои соболезнования. Меня зовут Алекс. Я был другом Ясина. Его друг? Что с ним случилось? Если ты знаешь что-то, скажи это мне. Я еду в полицию завтра утром. Я так и думал. Хорошая шмаль. Вы ведь так говорите? Эй, подождите минуту. Я знаю, что он работал в курительном клубе в Лондоне на чувака по имени Бранко. И что он там делал? Спроси лучше у него. Алекс? Саид. Саид, здравствуйте. Добро пожаловать. Ну, я хотел бы сказать, что это очень трагично, то, что случилось. Это всегда очень печально, когда молодой человек уходит преждевременно. С этим нужно просто смириться. Вы говорили с кем-нибудь? Может, психологом? Нет, я ни с кем не говорил, но я сам врач, так что... Спасибо, Клаус. Мне бы хотелось услышать о ходе расследования. Есть ли у вас подозреваемые? Нет, к сожалению, у нас ничего нет. По крайней мере, пока. Хорошо, я был вчера у своих родителей в Альбертслунде. У торгового центра там была толпа из 30-40 парней. У меня такое ощущение, что они... Вы с кем-нибудь из них там говорили? Нет, у нас нет для этого оснований. Мы не хватаемся сразу за стволы. Мы также не можем подозревать всех людей с темной кожей и карими глазами. Нет, нет, конечно. Но вы работаете в этом направлении? Мы работаем во всех направлениях. Прошу меня извинить. Да, да, конечно. Извините меня, Саид, да. Невозможно запомнить все имена. Да, ничего страшного. Саид, вы узнаете первым, если мы что-то выясним. Я вам обещаю. Да. Надеюсь, что я хоть немного вам да и помог. Янис Свенсон, 72-летняя женщина, находится в амбулаторном отделении в Херлеве. У нее оральная диссекция. Она в хорошей форме. Пожилая, конечно, но легкие и почки работают хорошо. Мы будем ее оперировать? Насколько назначить операцию? Она может умереть. Саид, держись, мужик. Мне очень жаль твоего брата. Ты в порядке? Да, да, продал что-нибудь? Он то продал. Привет, милая, как дела? Привет, рада тебя видеть. Я продал 3 в личную коллекцию. Дженс Питер Браск. Очень известный коллекционер. Привет, ребята! Привет. Давно не виделись. Мы пили коктейль. Это последнее, что я помню. Андерс и Саид, я должен вас познакомить. Саид, подойди. Ронни, это король Копенгагена. Привет. Пиши. Привет. Извините, я на секунду. Возьми мне что-нибудь. Да, конечно. Спасибо. Что, твою мать? Сидите и грейте здесь, да?
не сможем за пару месяцев. Они должны дать нам больше времени. Берегите себя, ладно? Спасибо. Саид, мужик, здесь очень холодно. Ты не идешь? Так ты идешь? Эй, пойдем отсюда. Не нарывайся на неприятности. Пойдем. Прости, прости. Иди к своим гостям. Эй. Эй, что происходит? Да, просто дышу воздухом. Вызови такси, ладно? Что там нового говорят о Ближнем Востоке? Может, тебе это и не интересно, но для меня это важно. Ты говорил с полицией? А что может сделать полиция? Что она может? Что полиция в Дании вообще делает? Мы сами должны решать свои проблемы. Не отворачивайся! Вы должны были заботиться друг о друге, понимаешь? Или ты забыл, кто мы? Забыл, кто мы? Забыл что? Ты забыл. Кто мы? Мы иракцы. Мы иракцы, щенок. Ты забыл, что мы иракцы, понимаешь? Это что, Ирак? Посмотри сюда. Там что, Ирак, по-твоему? Пока ты мыслями витал в Ираке, твой сын стал уличной шпаной. Мы живем в Европе в течение 30 лет. В Дании. На этом чертовом диване. Мы здесь живем. Ты сидел на диване 30 лет. Встань! Встань с дивана, найди себе работу! Встань, мужик! Может, хватит уже? Я больше так не могу, не надо, прошу вас, перестаньте ссориться. Это твоя вина! Что мне с ним делать? Это твоя вина! Твоя вина! И еще раз твоя! Давай. Иди сюда, ты мне нужен. Где вы его взяли? Я нашла это в комнате твоего брата. Почему ты не отнесла его в полицию? Тогда у отца были бы большие неприятности. Он знает про это? Нет, конечно, нет. Мы знаем, что ваш брат был участником организованной преступной группировки. Тот, кто его убил, этот человек из этой среды. В том районе не любят разговаривать с полицией. То есть вы ничего не знаете, и вы никак не можете решить эту проблему. Мы работаем над этим. Это работа полиции, я не могу сказать вам детали, но у вас же есть отпечатки пальцев. У вас есть следы ДНК. Наверняка у вас есть версия, и вы ведете следствие. Мне не нравится ваш тон. Это я должен быть недоволен. Мне жаль вашего брата. Действительно жаль. Но он был частью этого окружения, а они далеко не божьи дети. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит. Не божьи дети, и вот уже убийство 20-летнего мальчика для вас не важно. Он не мальчик, он 20-летний мужчина. Позвольте мне показать вам кое-что.
В обычных обстоятельствах я бы такого не сделал. Но вы должны это видеть. Когда вы научитесь контролировать своих детей, чтобы они не становились преступниками? Он был 20-летним мужчиной и опасным преступником. И в следующий раз, когда захотите сказать мне, как я должен делать свою работу, запишитесь на прием у моего секретаря. Вам ясно? Что ты здесь делаешь? Привет. Где у вас этот клуб? Бранк. Я могу с ним поговорить? Да, это было давно. Я перезвоню. Добро пожаловать. Садись. Я сказал, садись, мужик. Слышал, ты меня искал. О чем хочешь поговорить? А Ясен. Кто знает Ясена? Я его не знаю. Я тоже. Я знаю, что Ясен был здесь. Я брат Ясена. Дайте ему кока-колу. Нет, спасибо. Сделай глоток. Мой брат умер, и я сказал тебе, сделай глоток. Это ты, Бранко? Да. Я знаю, что Ясен работал на тебя. Меня не волнует, чем вы занимаетесь. Да мы ни хрена ничем не занимаемся. Ладно, Бранко. Мой младший брат умер. Заткнись, мужик. Я просто хочу узнать, что случилось. Посмотри на меня, мужик, посмотри на меня. Нет никакого гребаного клуба. Открой рот, мужик. Я не знаю, кто ты и кто твой брат, но я сказал тебе это уже несколько раз. Я, твою мать, не хочу тебя здесь больше видеть. Надеюсь, я научил тебя уважению. Уберите его отсюда.
Разве я не твой брат? Они ищут меня, поверь мне. Доброе утро. Доброе утро. Ты в футболке? Ты был ночью в больнице? Да. Ты должен был разбудить меня, когда уходил. Да, конечно. Мне нужно было срочно уйти. Да. Может, тебе отдохнуть некоторое время? Я не могу, милая. Ну, я же не прошу тебя взять отпуск. Просто недельку. Нет, ты же знаешь, что я не могу. Саид, с тобой что-то не так. Ты себя в зеркало видел? Ну? Саид. Я разговаривал вчера кое с кем из друзей Ясина, с которыми он работал. Они продают гашиш или что-то подобное. Хорошо, и что? Они сказали, пошел ты, так-то твою мать, так-то и вот так-то. Они не особо разговорчивы. Серьезные ребята? Нет. Я помню их, когда они были маленькими и бегали во дворе. Я знаю, что они имеют к этому отношение или что-то знают, по крайней мере. Пусть этим занимается полиция, ладно? Саид. Да. Да. Нужно остановиться. Вы сделали письменный отчет о вскрытии? Он еще не закончен, но вы что-то уже написали. Когда я его закончу, я отправлю его напрямую в полицию. Я хочу прочитать его. Да, но есть вещи, которых вам лучше не знать. Андерс, я его все равно получу. И вы это знаете. Выше ногу, давайте, работайте, работайте! Ну давай, иди сюда. Давай, удар. Молодец. Апперкот, давай. Сюда, сюда, сюда. Сильнее. Вверх, продолжай. Ники, иди сюда. Давай серию. Вот как надо делать. Смотрите, давай. Молодец, мужик. Молодец.
Давайте, ребята, давайте. Покажите мне. Быстрее, быстрее. Так, слушай меня. Мне нужен этот гребаный чемпионский пояс на стене. Давай, пошел. Как дела, брат? Все нормально? Я тоже знаю кое-какие приемы. Парни должны выиграть пояса, ты понимаешь? Ты думаешь, мы тут для удовольствия тренируемся? Я вообще никакой. У меня было 4 арабских девки. Принимал их там. Но они вообще ничего не могут. Вообще сухие были. Купил 4 бутылки водки после того, как они накатили. Начали танцевать. Они стали как бешеные. Брат, это был праздник бедуинов. Полная жесть. У меня голова до сих пор трещит. Твою мать, братишка. Ну что там, есть двиги? Он готов. Я просто жду. Мы приглядываем за ним. Отлично. Потом начнем доить. Упакованный мужик. Так мы его и потрясем. Может, посидим где-нибудь вечером? Да, по-любому. Надо посидеть, и много стресса в последнее время. Так, ну-ка давай поговорим. Садись, твою мать. Где ты был? С воскресенья? Почему не брал телефон? Почему не брал телефон? Он не работал, он не брал в доме у Марии. Да ладно, сходи сам и проверь. Послушай, что я тебе сейчас скажу. Послушай меня, я не хочу разбивать тебе морду. Если ты не вернешься с телефоном и деньгами, я разобью твою долбанную рожу так, что на тебя будет страшно смотреть. Чёртова обезьяна. Орбан. Ну что? О, какие люди. Иди сюда. Ларс, иди посмотри, кто здесь. Я не верю, старая гвардия. Ты все еще здесь? Женился? Я чертовски рад тебя видеть. Как твоя мать? Ну, а как ты думаешь? И с отцом долгие приятные беседы? Не правда ли? Да. Она помнит тебя. Красавица, да? Это же не та самая. Именно та самая. Я хотел бы снова потренироваться. С чего бы это? Я разговаривал с полицией, но они ничего не делают. Они не могут или не хотят, но те, кто убил Ясина, остаются безнаказанными. Я не могу это так оставить. Забудь об этом. Я должен выяснить, кто это сделал. Забудь об этом. Эти самые настоящие, отмороженные бандиты. Они эксплуатируют малолеток, заставляют их делать грязную работу. Потом они подставляют их или убивают, как Ясина. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ты врач. Саид. Ты врач. Банды уже не те, как в старые времена. Да это то же самое. Саид, сейчас это совершенно другие игры. 10 лет назад были ножи, а сейчас АК-47. Они избили Ясина до смерти. Это нормально? Ты считаешь это в порядке вещей? Любой человек может стать бандитом, Торбан. А это несколько маленьких борзых мальчиков. Давай опять. Еще. Давай еще, фокусируйся. Ну твою мать, бей давай. Давай. Давай, Саид, ну же, проснись. Бам-бам, 4, давай, давай. Пять,
6, 7, 8, давай, садись сюда. Да нет, твою мать. Право. Один, два, три, четыре, пять. Вот так, уже лучше. Чего тебе? Что ты здесь делаешь? Да, я просто на пробежке. Ты тренируешься? Я тоже одно время занимался, потом бросил. Нет, когда я под кайфом, я тренируюсь даже лучше. Не из-за этого, просто мне стало неинтересно. Давай со мной. У меня назначена встреча. Да ладно, ты ведь уже закурил. Поможешь мне держать темп? Давай. 4, 5, 6, вот так, молодец. Вот так, молодец, давай еще. Вверх, вниз, влево, давай. И боковой. Отлично, чертовски хорошо. Тайм-аут. Это было неплохо. Спасибо. Это неплохо. На сегодня хватит. Поддерживаешь мешок? Я еще немного хочу продолжить. Да, я докурю. Да. Да ты просто держи, давай. Надень мне капюшон. У тебя есть девушка? Конечно. У меня 3-4, с которыми я встречаюсь. Несколько? Ага. Я никогда не понимал, как это иметь одну, единственную подругу. А у тебя есть девушка? Жена. Я сплю только с ней. Так что у тебя квартира, машина, собака. Квартира, собака и Вольво. А у тебя нет? Нет. Эй, потише, чувак, твою мать. Держи крепче. Погоди, дай я подниму свой шмаль. Зачем ты ударил так сильно? Да успокойся, давай. Готов? Да, я готов. Раздвинь ноги, чтобы я не сбил тебя. Упрись всем телом. Готов? Да, готов. Точно? Да. Стена. Можешь ударить сильнее. Я больше не могу. Ты голоден? Ну, если ты угощаешь, я угощаю. Они все разные, эти 3-4. Так что это одновременно? Нет, не одновременно. Пока еще нет. Но я хотел бы, чтобы так было. На каждый день, например, Софья на понедельник. Вторник это... Как ее зовут, твою мать? А что делать, если не вспомнишь? Да они у меня все в телефоне, ты чё? В общем, они приходят, мы кайфуем, а утром они уходят. Вот если бы они убирались, готовили, это было бы классно. Ты здесь живешь? Да. Давай. Лифт здесь. Может, пойдем по лестнице? Я хотел бы осмотреть все это. По лестнице? Я живу на самом верху. Вот это будет экскурсия. Я хочу посмотреть на все это. Тут очень красиво. А мы можем выйти на крышу, или она всегда закрыта? Я думаю, что не сможем. Это последний, да?
Это ты хотел идти по лестнице? Да, не так уж и тяжело. Это последний. Ничего себе. Привет, дорогая. У нас гости. Это Алекс. Это Стин. Моя жена. Привет. 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 Алекс. Стин, здравствуйте. Где ты был? Я переживала. Проходи, посмотри, какой здесь вид. Кто это? Один из друзей Ясина. Я видел его на похоронах, а потом несколько раз сталкивался с ним. Ладно. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Хотите газировки? Да, спасибо. Прошу вас. Тебе надо окунуть это в воду. Из чего это сделано? Это рисовая бумага. Она сделана из риса. Спасибо. Это можно посолить? Конечно. Солите по вашему вкусу. А как насчет вас? Вы учитесь? Или работаете? Нет, не совсем. Нет? Нет. Я играю на компьютере. А PlayStation? Нет, настольный ПК. Обыкновенный компьютер. А во что вы играете? В покер или что-то еще? Стратегическую игру. Называется «Битва за Средиземье». Там нужно строить свой город, а затем нападать на врагов. Получаешь новые уровни и получаешь больше ресурсов. Хорошо. Вы проиграли или выиграли? Там невозможно выиграть или проиграть, она бесконечная. Ясно. У вас есть персонаж, и ты продолжаешь строить и развиваться. Например, мой персонаж орк. Урукхай. Урукай? Урукхай. Урукхай. Орк. Урукхай. Да. Он откололся от Сарумана из Изенгарда. Это игра по «Властелину колец». Да, но там не та история, которую вы знаете. Там она называется «Северная война». Она существует только в игре, не как в кино. Или в книге. Или в книге. Я за этим провожу довольно много времени. Нет, спасибо. Попробуй, это хорошее вино. Только не полный стакан, ладно? Ты можешь легко выпить и целый стакан. Ты делаешь как настоящий ценитель. Они так все время делают в кино. Я всегда хотел так сделать. И правда вкусно. Вы с Ясином были хорошими друзьями? Мы играли вместе. И тренировались. Парни говорят, что здесь замешан Семен. Он босс Бранко, и он контролирует район, но я всего не знаю. Что-то пошло не так. Где я могу найти этого Семена? Завтра у него соревнования. Я пойду туда. Там будет полно всякого быдла. Это не важно. Я хочу его видеть. Правой, да, и вот так, вот так. Вот так, сейчас сверху. Давай, давай, удар. И еще, отлично. Сильнее. Сильнее, давай, вот так. Вот так. Let's go.
Как дела, Хасан? Давно не виделись. Рад тебя видеть. А ты как? В порядке? Нормально все? Да, все хорошо. Ладно, давай увидимся. Ага. Сейчас! Хасан, пошел вон! Отвали, мужик! Отвали от него! Давай! Давай, пошел, пошел, пошел! В чем дело? Как дела? Давно не виделись, братан. Чем занимаешься? Куришь слишком много шмали, чувак. Ты что, ничего не ешь? Что, мать твою, с тобой происходит, мужик? Почему не появляешься в клубе? Мне нужна работа. Отстойный бой. Да он инвалид, твою мать. Что за работа? В розницу или оптом? Приходи в клуб. Нет, я сейчас отдыхаю. Пойди и купи одежду, братан. Хорошо питайся. Не забывай об этом. Эй, Хасан! Хасан! Добей его! Вот здесь попка. Здесь? Да. Нажмите немного сильнее. Здесь? Да, хорошо. Придете ко мне снова через 10 дней. Посмотрим. Возможно, он еще перевернется. А как можно заставить его? Нужно надавливать и подталкивать. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Саид. Привет, Лиза. Ула. Ула, извините. Я говорила, Стин, ваш малыш еще не определился. Нужно дать ему больше времени и посмотреть. Возможно, он еще перевернется. А что делать, если не перевернется? Тогда будем думать о кесарево. Ну, возможно, он сам повернется. Ула знает, что делает. Сейчас идите домой, а потом увидим, если он не сможет перевернуться. Я ничем не могу ему помочь. Ничем, просто наслаждайтесь этим. Я сожалею, милая. Я не хочу с тобой ругаться здесь. Да ладно, детка, извини. Хорошо? Извини. Извинить за что? За то, что я опоздал. Простить, отлично. Я стараюсь тебе сочувствовать и понять твое состояние. Но ты мне нужен. Это очень плохо, что ты опоздал. Да, это ненормально. У меня просто были проблемы на работе. Почему ты улыбаешься? Потому что я не могу это показать, ты знаешь. Я весь на взводе, извини. Может, пообедаем где-нибудь на выходных? Разве мы не должны этого делать? Стейк для моего малыша. Это не больно. Что это за жилетка на тебе? Мне надо бежать. Ладно. Пока. Пока. Саид, я просмотрел телефон.
Саид? Дай мне это. Так, дай-ка мне это. Примерь вот это. Посмотри, подходит или нет. Дыши. Ничего особенного не случилось. Это может случиться на улице. Дыши. А что, если он не выдержал? Ты должен быть в состоянии выдержать выстрел без истерики. Давай, вставай. Не направляй его на меня. Ты истеришь. Не надо. Что, твою мать, происходит? Что там такое? Что происходит? Где Семен? Нам вот это с зеленой фасолью, три чили и соус. Бобы, перец чили, картофель фри и соус. Отлично, что будете пить? Хочешь бокал красного вина? Нет. А я вот возьму. Какие-нибудь предпочтения? Что мне принести? Я вижу, у вас есть пино-нуар. Пино-нуар — это отличный выбор. Спасибо, сейчас все сделаем. Может, я могу попробовать немножко?
Нет, я же спрашивал, что ты хочешь. Я не хочу полный бокал, я хочу просто глотнуть. Ты просишь глоток, а сама ничего мне не оставишь. С чего ты это взял? Ребята! Ну как, все хорошо или чё? Ну? Все в порядке. Ты выглядишь довольный. Выпьем за прошедшую неделю. Заказывайте, что хотите. Все оплачено. Что вы хлопаете, как в цирке? Думаете, мне нужны ваши аплодисменты? Две полных бутылки. Ну, конечно. Лед и несколько коктейлей, понял? Я думаю, что после того, как ты родишь, все придет в норму. Все бросить и путешествовать? С чего вдруг такая идея? Я все брошу, и мы немного попутешествуем. Она, наверное, мудрая женщина. От моей жены она сказала, что мне нужно немного отдохнуть. Она на самом деле очень умная женщина. Надеюсь, что нет. Отлично. Мы могли бы уехать в Японию или еще куда-нибудь. В Японию? Почему в Японию? Я никогда не был в Японии. Будет пара с визжащим ребенком в самолете. 300 штук, мой друг. Можно посмотреть? Молодец, мужик. С ума сойти. Мы могли бы поехать в Берлин. Мы могли бы поехать туда на машине. Провели бы несколько отличных дней в Берлине. Или в Париж. Нет, лучше в Берлин. Я скучаю по нашей квартире в Берлине. Мне так жаль, что мы ее продали. О чем ты думаешь? Ты скучаешь по Берлину? Эй! Ты куда, милая? В туалет. Кроме того, может, ты попробуешь поучаствовать в разговоре, когда я вернусь. Что тебе надо? Ты грёбаный педик, что ты так уставился? Хватит жрать свой долбанный тухлый бифштекс. Грёбаная ты тупая обезьяна. Может тебя на бабки выставить? Я не терплю, когда вижу таких, как ты здесь, понял меня? Это каких таких? Бабы действительно ничего так. Позволь мне объяснить тебе одну вещь. Ты никто, потому что пришел раз в месяц потратить 1600 крон сюда, понимаешь? Кто ты такой? Я прихожу сюда каждый день. Вон тот официант там, он мой личный раб. Ты же видишь, как все забегали, когда я пришел. Они забыли про вас. А я помню тебя. Я тоже знаю, что ты из этого района. К тем, кто не мои братья, я все равно отношусь как к братьям. Тем, у кого нет братьев, я брат. Тем, у кого нет выхода, я даю выход. Те, у кого не было света, я дал свет. Я открыл клуб для них. Я спонсирую футбольную команду. Я контролирую, чтобы они были в состоянии оплатить свое жилье. А что ты сделал? Когда ты в последний раз был у своей матери? Когда ты в последний раз был в этом районе и сделал для него хоть что-нибудь? Я срал на тебя и на твой чистенький мир. Тебе это ясно? Я живу там, откуда я родом. Я помню свои корни, и я горжусь тем, кто я есть. А ты даже не смог защитить своего брата. Здравствуйте. Простите, что я занял ваше место. Мы не знакомы. Привет. Семен. Стин. Как приятно видеть, что вы ждете пополнения в семье. Это отлично. Какой срок?
8 месяцев. Поздравляю. Это прекрасная работа. Я пришлю вам бутылку шампанского. Поздравляю. Это один из друзей Ясина? Мы уходим. Пошли. Ну ни хрена ты, долбанный сучий сын! Охренеть! Вон он идет. Как жизнь? Как ты? Как сам? Ну чё, как ты? А ты как? У тебя, наверное, есть серьезный повод, чтобы прийти сюда. Расслабьтесь, ладно?
Появилась какая-то долбанная мелкая крыса, которая пыталась меня убить. Кто это? Вот это я и пытаюсь выяснить. Вот почему я собрал вас. Возможно, вы мне что-то скажете. Если я провинился перед кем-нибудь, вы должны сказать мне это прямо сейчас, понятно? Так вроде же все нормально. Спасибо моей машине. А сюда ты зачем пришел? Не чувствуете ничего подозрительного? Ты приходишь к нам, как будто это кто-то из нас. Ты ничего не попутал? Это мера предосторожности. Какой-то мелкий ублюдок пытается меня завалить. Если это не кто-то из вас, то и вам стоит задуматься. Если что-то знаете, лучше скажите. Ты думаешь, это кто-то из нас? А что вы так задергались, а? Ты не приболел вообще? Если бы я был сейчас в гребаном гробу, то да. Ты хочешь сказать, что это кто-то из нас? Да у тебя мозг крутит. Что такое? Руки пожал. Это что за хрень? Пошли, пошли. Где этот сраный ублюдок? Найдите его! Это еще что за хрень, мужик? Найдите мне этого ублюдка! Вы видите, что он творит? Видите? И вы говорите, что у меня мозг вытек! Эй, привет, Антон. Мы сделали УЗИ. По-моему, присутствует недостаточность митрального клапана. Может вызвать анестезиолога? Саид? Да, нужна операция. Кто будет в качестве помощника, вы? Да. Давайте начнем. Саид, вы говорили с родителями? Что? Вы говорили с родителями? Привет. Здравствуйте. Ваш сын получил сильный удар по ребрам. Теперь они давят ему на сердце. На одну из передних камер сердца. Это сложная операция. Ты ни сын не дала? Да. Мы рады, что это будете вы, ведь вы будете лечить его как своего брата. И я сделаю все, что смогу. Спасибо. Спасибо. Начинаем кардиоплегию. Ножницы, Ула. Пинцет и ножницы не одно и то же. Это что, ножницы? Что это? Ножницы. Как давно вы здесь? Алло? Привет, мам. Да, все хорошо. Хорошо, хорошо, я приеду. Да, хорошо, мам. Что с Адамом? В чем дело? Что ты сказал? Я спросил, что с Адамом. Эй, эй! Что ты делаешь? Ну что? Что? Ну что ты делаешь? Посмотри на меня. Саид, посмотри на меня. Ты хотел выстрелить в меня? Отпусти его, Саид. Отпусти. Пусть уходит. Пусть идет. Что ты делаешь?
Они... Что? Они долбанные маленькие дети. Я иду к родителям. Нет, они знают тебя. Они знают тебя. Я иду к родителям. Тебе надо бежать. Сейчас же! Беги, Саид! Давай! 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 Давай же! Я тебя слышу. Привет, милая. Почему ты крадешься? Что, прости? Почему ты крадешься? Потому что ты спала, и я не хотел тебя будить. Ты думаешь, я идиотка? Нет, милая. Я не думаю, что ты идиотка. Саид, где ты был? На работе. Ты не был на работе. Куда ты ходишь по ночам? Ясен. Ясен умер, Стин. Ты понимаешь, они забрали моего брата у меня. Да. Я... Это не твоя вина. То, что случилось с Ясином, не твоя вина, ты понимаешь это? Пожалуйста, скажи, что ты не полезешь в это дело, Саид. Пожалуйста, скажи мне, что ты не... Полиция! Не говори про них. Полиция! Не говори про полицию! Саид, мы ждем ребенка. Ты мне нужен здесь. Саид, не бери трубку. Алекс? Саид! Саид! Кто это? Я тебя не слышу. Саид? Саид, если ты сейчас уйдешь, как? Поговорим позже, Стин. Алекс? Алло? Алекс, посмотри на меня. Осторожнее, Алекс. Вы говорите с врачом, так что слушайте. У меня сильно травмированный пациент, и его жизнь в опасности. Дыхательные пути свободны, он дышит сам. У него открытый перелом черепа и множественные травмы. Нужна экстренная реанимация и первая помощь. Адрес Хеннингсторф, 8, 3 слева. Алберстлунд, 2620, поняли? Ладно. Кто это был? Семён. Семён. Алекс, ты сказал им обо мне? Я не могу вспомнить. Ладно.
Эй! Эй! Эй, вы! Это полиция! Эй! Стой! Это полиция! Эй, у вас есть фара для 208-й? Я не уверен. Поднимите его. Возьми его телефон. Долбаная маленькая тварь.
Эй. Попробуй посмотреть сюда. Ты видишь это? Где Семен? Я не знаю, спроси Бранко. Он единственный, кто знает. Я не знаю, клянусь. Как дела, Семен? Чем занят, дорогой? Отличное место, можем ежемесячно получать с них. Да нет, я не выделялся. Заходил, чтобы поесть. Я перезвоню. Что ты делаешь? Садись в машину. Успокойся. Я сяду. Сяду. Заводи. Куда едем? Скажи, куда мы едем? Мы поедем к Семену. Какому еще нахрен Семену? Езжай к Семену. Показывай дорогу. Езжай к Семену. Я не знаю ни одного Семена. Эй, успокойся, мужик. Успокойся. Все еще не понимаешь? Нет, нет. Успокойся и полностью расслабься. Ты совсем отмороженный? Тебя никто дома не ждет? Ни жены, ни детей, никто не ждет? Заткни свой чертов рот. У меня двое детей, брат. Они думают, что я приду сегодня. Можешь немного успокоиться. Ты же умный парень, да? Мы можем это обсудить. Вполне может быть, что у тебя есть двое детей, но это не делает тебя отцом. Ты просто прыщ, просирающий свою жизнь. Так что нахрен заткнись. Едем к Семену. Okay.
Как ты вообще смеешь приходить ко мне домой? Ты, поганая тварь, приходишь в мой дом? Вставай! Вставай, я тебе кое-что скажу! Вставай, ублюдок! Давай! Вставай! И это все? Это все? И это все? И это все, чего ты стоишь? Ну, тебе достаточно? Тебя убить так же, как твоего брата? Ну что, тебя забить до смерти? Вставай! Прости, я не имею к этому отношения. Прости, мне очень жаль. Мне... Прости, пожалуйста.
Прижми здесь. Прижми здесь и держи. Ты слышишь меня, Антон? Я везу в больницу парня с огнестрельным ранением в живот. Он потерял много крови. Буду через 5 минут, встречай. Саид, черт побери! Иди сюда! Возьмите его здесь! Возьмите его! У него огнестрельное ранение в живот. Я остановил кровотечение. Саид! 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 Саид, блин! Стина родила! Она лежит там. Саид, нет, не ходи здесь. Лучше по туннелю. Ты меня понял? Саид. 13-й корпус, 5-й этаж. Эй, что вы здесь делаете? Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Саид, это полиция. Руки в стороны и спокойно идите вперед. Саид, поднимите руки в стороны. Руки в стороны. Ляжьте на живот. Поверните ладони вверх. Поднимите его, медленно. Держите его.